Душок. Василий наш. Да, Василий? Где мамка? Мамка где? Мамка не здесь побежал. Где мамка, Василий? Где мамка? Женихи, да, Сарины. Мужья все, наверное. Ушки беленькие, да? Ой, вообще красота какая. Сара, заходи в парник. Так, Сара, заходит к себе в парник. Так, сын ее Василий. Так, 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 так. Василий, беги к мамке. К мамке беги. Уже в таком возрасте уже к мамке не бегут. Василий, беги к мамке. Красивый петушок, да? Если надо, зрители, если кому надо петушков, покупайте. Что петушков много? Кроме белых, но на белых буду продавать немного дороже. По 1000 долларов, может, по 2. Сару за 1 000 000 продам. Сар, скажи, за 1 000 000. Сар, тебя за 1 000 000 продам. Что за бесстыдство? За 1 000 000 продам, да. Так. Василий. Видишь, как мамка, так к мамке и жмется, к мамке. А вы сейчас сушеный чистотел, да, кушаете? Молодцы. Это очень полезно для кур. О, Господи. Чистотела, Леточка сухая. Чумба. Чумба – самая злая курица. Ну, клюй, Чумба, меня, клюй. Подерись. Злая такая Чумба. Чё Чумба, чё такая злая? М? Пойдёшь цыплятам? Пойдёшь? Заходи. Серушка, ворона, Павлова. Ну, ешьте, ешьте, ешьте. Ворона, настроения нет, да, скажи? Так, сейчас им песочка принесли свежего. Дюба. Белушка. Изольда. Голубка. Борода, ворона,
чики. Чик. Так. Дурко. Так, что вы там стали в уголку? Надь. Ну уж вы такие уж все обиженные, больные. Чего вы там в углу стали? Надя. Так. Сейчас сижу с курицей. Так, как тебя зовут? Будем вспоминать твое имя. У него вот такая вся голова выщипанная. Петухом и другими курами. И хвост у нее тоже весь выщипан. Видно там? Нет. Ну ладно, нет, так нет, да, тогда. Это самое. И вот зачем ты участвуешь в игрищах? Скажи, зачем ты это делаешь? Зачем? Участвующие в игрищах.